муж. Завтрак приготовил, на рыбалку свозил, обед приготовил, траву покосил. Ёханый бабай. Где вы таких мужей находите, так девочки? Так его и зовут, Ёханый бабай. Ну это вообще. Еще и траву косит, ты посмотри. Ну вообще, на все руки, на все руки. Фермер. Супер, супер, молодец, неугомонный. Маленького с детства вот это что-то с родителями, с достатками. Работник, хозяин. Они все вот это делали. Все он его здесь заставлял делать. Поэтому как бы вот так. Я же все хочу зайти туда внутрь посмотреть. Я вчера, я хочу поснимать, что там делается внутри. Итак, пошли в чащу, в гущу. Вот они, початки, вот один. А сколько их кукурузок на каждом? По одной, что ли? Чего? Сколько початков? Да. Я не знаю. Ну, смотри, здесь один, здесь вот два. Вот тут я вижу два. Тут, ага. Это такие кущи, да, раз, два, только два. И все, что ли? И вот тут что-то такое интересное растет, смотри-ка. Где? Вот, вот, это что такое? Не знаю, какой-то вот, какая-то трава. Чем-то так пахнет. Короче, туда можно зайти, да? Думаю, да. Опять вот один початок, вот второй маленький. Маленький, где? Вон белая. Сейчас трупик найдем какой-нибудь. Страшные. Где? Вот. Ой, бляха-муха, я уже испугалась. Что-то вот белое, что да. Что такое белое? А я не знаю. А что это? Я не знаю. Ну, зайди туда. Ага, сейчас. Я боюсь. Смотри, какая-то фигня. Сейчас. Вот, вот смотрите. Это какие-то лягушки или какие-то... Или какие-то куколки этих самых. Куколки кого-то. Надо у Гарри спросить, что оно такое. Фу. Что-то нашли все равно. Слушай, так это инопланетяне. Посмотри глаза у него. Я боюсь. Посмотри, реально инопланетяне. Инопланетяне? Да. Ну. Посмотри, иди сюда. Сейчас. Вон они у него глазки, видишь? Глазки. Видишь глазки? Вон они. Девушкин свет, у меня не видно ничего. Ну вот иди сюда. Телевизоре. И вон ножки пошли у него. А давай мы его вот так. Я боюсь. Давай мы его достанем. Да, аккуратно его нафиг. Вот оно, что. Ты посмотри, видите? Там внутри. Кто это? Пупочка какая-то. Сейчас как прыгнет. Так, а это, наверное, с этого. Посмотри, на другой также. Дальше. Да, вижу. О, это что ли с кукурузы такое? Это что-то живое. Нет, это что-то реально живое. Вон они. Она меня! Вон от тебя, что она тебя? Ой, ну вас нафиг! Я все, пошли в туалет, надо в туалет. Инопланетяне. Ой, ты такая красная стала, я тоже. Я тоже красная стала. Я это, обалдеть. Иди посмотри, что там. Там страшно. Так я увидела, что вот так вот стоит. Ужас какой. Давай, я здесь. Так иди по там, там реально инопланетное какое-то существо. Это же не... тут оно, вот оно. Где? Вот оно. Это какая-то хрень с кукурузы. Вот еще одно. Да нет, это не то. Не то? Это совсем не то, нет. Вот иди сюда, посмотри. Вон, посмотри. А, ну да. Видишь, вон ребенок прямо. Видишь, глаза, голова. Видишь, голова. Это разве личинки? Личинки. Так ты посмотри, там у него вон руки, ноги внутри, посмотри. Давай вытащим один. Попроси Гарри, чтобы он вытащил, да, одного. Надо, так это настоящие инопланетяне, 100%. Вот это что за куст такой интересный, я только что показывала. Что-то что же он, смотри, какие красивенькие штучки. Как знаешь, мультики выросли потом. Ты-бим. Рога. Получается, на каждой кукурузе по два початка. Такие громадные. Угу. А что так мало, только по два? Не знаю. А вот сдох початок. Видишь? А как это он сдох? Его, ну, может, белки вот объели? Он... Не знаю. Его тоже сдох. Угу. Кто-то сожрал. А что же все-таки такое, вот это вот такое высоченное растение? Ты посмотри, как оно прячется. Ну, да. Посмотри, как ему там хорошо. Вон там цветочек. Какое-то растение. Я, наверное, знаю, что это.
Не помню. Плохо, когда не знал, да еще и забыл. Нет, ну я... Короче, дело к ночи. Сов или еще кто-то? Именно вон той штуки. Они внутри. Это, да, это горлицы. Я не знаю, кто пройти. А туда можно пройти? Нет, только через кукурузу. А можно пройти через кукурузу? Я бы не рисковала, потому что там куча животных. Прям куча и тигры. А? И тигры. И тигры. И лисы. И бегемоты. И бегемоты, и крокодилы. Не, ну я бы прошлась, конечно. Смотри, как хорошо. Пойдем, пройдемся. Фу, а паутина там еще. Посмотри, правда, сколько пропавших этих сверху кукурузок. Как интересно. О, коровка, пойдем подоим. А вон еще одна. Это чтобы покосить всю вашу территорию, это ж надо несколько дней. Обалдеть. Вау. Боже, как красиво. Поднадоело, да, немножко? Как пахнет травка скошенная. Обожаю этот запах. Там вон еще, вон одна, вторая, третья, четвертая. Му! Ты хотела подойти? Му! Вот это звалось. Му! Да иди давай же. Скажи, что за придурки мукают? Что? Вот идите, говорите на самом английском, у вас лучше получается. Му! Так, давай, я буду полицейским. Окей, I'm a policeman. Give me car registration and your driver's license. They don't need one. Окей, how much do I have to charge him? $10,000. Окей. Все. Good luck. Все, мы его оштрафовали. Он ездит без прав, без регистрации. Да, да. Нам надо 10 тысяч долларов. Все, все, только что мы его оштрафовали. Возьмешь с него. Все. Будет всем приехать.